Соскучились по ламповой атмосфере, искренности и безбашенности, надоели не те же игры. Если ищешь новые, подписывайся на канал Влада Шрейдера, летсплей, шутки, регулярный батхёрд в каждом видео, ссылочка в описании. Выбрав клинок, подойдите к солдату и убейте. Ага, ну это основа ассасина. Ну что, братка, будем знакомы. Всё, заземлили одного безликого. Что за... Кажется, мы его не туда пырнули. Кто это сделал? Кто это? Братан, я его просто убил, все остальное он сам сделал. А мне кажется, он в балет хотел. Или ему нравился бег с препятствиями. Или у него синдром Ван Дамма. Или... Мармок. Пятняга, как же он старается. Я тебя поймаю! Да, да, если только я захочу этого. Эх, ладно, трахмут. Давай сбреем бороду этому подлецу. Ну, иди сюда, охламон гнойный. Чё, тяжело с ассасином тебе тягаться? А хули ты хотел? Да ладно, перестань. Сейчас заплачет, отвечаю. Не подходи ты! Так тебе, распотрошили одну тушку. Ай, да ты охуеваешь на моих глазах! На! Жестоко, конечно. Но я рад, что вы закрыли свои ебальники. О, люди, средневековые грязнули. Немытые бобры, можно я вас потрогаю? О, вы такие древние. О, привет, богохольник, почему не на работе? Почему? Чего-то я... Прости, я не хотел, но кажется, я трахнул тебя в левое плечо. Эх, всякое дерьмо бывает в этой жизни. О, средневековые сиськи, какие они были? Женщина... О боже, у вас их нет. Я помолюсь Господу, чтобы они у вас появились. Всего хорошего. Что это? Так. Пожалуйста, следи, куда идешь. Ладно, проехали. О, чё, прыжок веры? Сука, это походу муляж. Меня кто-то подставил. Ну и долго карабкается первый ассасин, ей-богу. О, а это типа лучник, да? Эй, типа лучник, хочешь, я тебе укольчик сделаю? Не переживайте, это вполне нормальная реакция организма. Так, те то, ради чего мы сюда забирались. А вот она, наша балка обзорная. Твою... Клинок мне в анимус. Ну, еще 2 метра. Ура! Эй, ты че остановился? Залезай давай. Не хочет. Эй, шевелись! У тебя чё, спину прихватило? Он не хочет взбираться на крышу. Он попутал. Ладно, сейчас с другой стороны. Да... Я даже не могу перебраться на другую сторону. И даже в эту сторону не могу. Супер. Не, придется здесь остаться и строить гнездо. Зачем тебе, ублюдок, рога на шлеме? Ты реально думаешь, что это придает тебе устрашающий вид? Не смеши мои масявские трусы. Блин, здесь охрана. Мне хотелось бы, знаете ли, его по-тихому завалить. Все, отчаливаешь? Жди гостей. Сейчас я только разберусь с тем, как тебе по-тихому пробраться. Артефакт мне в капюшон. О! Мостик. Отличный мостик. Это мой билетик, пацаны. Считайте, дело уже в шляпе. А опять алкаш. Бутылкососы повсюду. Какого хрена? То самое чувство, когда ты не ассасин, но умеешь плавать. Хиленький какой-то.
Какая палитра эмоций. Хорош уже. Здесь есть лучник. О, привет. Покинь это место. А, не, не хочу. Тебе нельзя сюда. Уходи. Да ладно, тебе можно. Не, не стреляй. Братан. Я уверен, у тебя еще есть стрела. Попытайся лучше при... Ну почти. А по какому принципу, по каким критериям выбирают лучников? Просто ты вообще сосешь. Сука, бесят такие мудаки. Я потом в белом здесь сажусь. А вам меня бояться не стоит. Мой скрытый клинок пока вялый. Я не хочу вас убивать. Ай, но вы вынуждаете меня. Вы были моими братьями. Я вам доверял. А вы... Эх, задурманил старик вам головы. Ёпты, что это такое? Что это, Иисусе? Вот похоже на меня, когда я пытаюсь выглядеть сексуально. Или на белку, на которую сел медведь, из-за того, что она ему лапу не отсосала. Ты откуда вы беретесь? Что? И что это сейчас было? Какая забавная у них физика, однако. Черт, я задание из-за вас провалил. Где тот, кто заварил эту кашу? Это еще что? Вытащите меня отсюда! Перезагрузите анимус, черти! Что, продолжить? Чтобы победить в схватке с несколькими врагами... Охуительный совет. Что бы я без них делал? Так кто мучит здесь-то? Опять эти бухие психи. Че тебе надо? Бухай отсюда. Что у нее с носом? У него нос потек, блядь. Да ты меня уже затрахал. Наконец-то. Завали его. Танцовщик хуев. Натанцевался уже. Хватит мне приключений на сегодня, пошли домой. Что за... Пожалуй, сегодня я пойду пешком. Привет, друзья мои! Вы только что досмотрели видео, но не до конца, сейчас закругляться, короче, мы тут будем. Я на пару вопросиков, как всегда, отвечу из-под прошлого видео. Вы лайчик поставите? А хотя вы не поставите мне лайк. А вот бы все ставили лайк. Эх, мечты, мечты. Так, про концовку сказал, лайк попросил. Дальше по списку у нас вопросы. Мармок, почему я подсел на твои видосы? Потому что они наркоманские. От счастья наркоманский. Мармок, узнавали ли тебя в разных играх, например, в CSGO? Да, в CS в основном и узнают. Правда, часто не верят в то, что это я. И поначалу я пытался переубеждать как-то. Но потом забил и теперь просто играю в свое удовольствие. Если человек не верит, то пускай это так и остается. Иногда, знаете ли, проще быть фейком на зарубах. Как ты относишься к читам? Отношусь просто. Если игру еще не проходил, то играю так, как было задумано изначально автором. С читами можно играть, как по мне, только в том случае, если ты прошел уже игру, и ты хочешь просто позабавиться, пошалить, так сказать. Читы портят саму суть игры, как по мне. Если изначально играть в игру с читами, то вероятен риск того, что ты эту игру и вовсе не пройдешь до конца. Оно попросту тебя очень быстро осточертеет. На этом все, пипл. Не забывайте подписываться на канал. Спасибо за просмотр. Здесь был гребаный Мармоки. Альтаир из первой Assassin's Creed. До следующей пятницы, друзья. Пока.